сейчас мы с вами поприсутствуем, в дальнейшем вы увидите фото акции, которая будет проводиться в память детей Беслана против терроризма, который проводит наш замечательный молодежный отдел страны Калининградской. Это очень важно, потому что как только мы забудем прошлое, мы навсегда потеряем будущее. Посвящается всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы города Беслана Северной Осетии. Мы скорбим вместе с вами. Сентябрь, Осетия, солнечный день. Дети в школу идут, у них сегодня важный день. Но вдруг по всем телеканалам передали сообщение: захвачена школа, захвачены дети. Но никто не поверил, ведь такого не бывает. Этот мир сошел с ума, уже детей убивают. Но кем же смертным такой приказ мог быть дан? Это экстренный выпуск на связи город Беслан. Люди всего мира сплотились без остатка, им не могут помочь. Они под дулом автомата, третьи сутки они без еды и питья. Школа в полном оцеплении, так же слышишь, школа дня. Мир замер в молитве, Всевышний, верим мы в тебя. Не позволь захватившим покалечить дитя. И вот удача пришла, начались переговоры. Но что-то вдруг пошло не так, и зарыдали горы. Взрыв, затем второй, вот слышны автоматы. В гуще дыма вдруг внезапно появились силуэты. И вот кто-то кричит: наши дети бегут. Им стреляют прямо в спины, кровь и слезы текут. Люди в панике спасали всех бегущих детей, и никто не смотрел, кто тут свой, а кто чужой. Кровь на детских телах ужасала всех вокруг. И вот кто-то воскликнул: школу штурмом берут. Слышны выстрел внутри, в ход пошли гранатометы. Дети с криком бегут, по ним стреляют с пулеметов. Те, кто вырвался, бежали, бежали без оглядки. Крик: за что, за что? Ведь это наши дети. По всем телеканалам передают картинку, бежит маленькая девочка, в крови почти раздета, упала на дорогу, лежит и громко плачет, и лишь слышен ее крик: о, мама, где ты?